чем поумнее. Пойдемте со мной. Ой, медуза, какая красивая. Где же они ее поймали? Класс. Супер. А это настоящая медуза? Нет, она резиновая. Эх, понятно. Ой, еще рыбки классные. Супер. А можно мне рыбку подержать? Я в стаканчике. Нельзя? Ладно. Так, пойду дальше. Класс, какие кактусы. Иголки. И ярко-розовые, и ярко-малиновые, и ярко-желтые, и ярко-красные. Супер. Интересно, колятся? Вроде нет. Не, не колятся, мягкие. Тут целый ботанический сад. Пойду дальше. Сколько тут клеток? Это, наверное, для шиншиллы. А это для кролика. Большая. Ну, может быть, морской свинке тоже подойдет. Сколько их тут? Ой, домик с крылышками. Пойду дальше. Ой, крысятки. Крыска с крысятками. Ой, каждый пытается закутаться поглубже. Ой, какие у них чудные хвостики. Лапками подергивают. Толкаются. А тут кто? Никого. Ладно. А там еще кто? Крыски, лови свои крысы. Класс, на поросят похожи. Два таких хрюнделя. Один хрю-хрю, второй хрю-хрю. Ой, песчанки, обожаю их. Такие желтенькие. Шустренькие. Такие любопытные. Так и лезут к камере. Интересно ж, что это такое? Опа, одна пришла. Второй тоже, наверное, интересно. Опа, и вторая пришла. Смог? И уже там. И это к ней побежала. Кролики, белые кролики. Обожаю. Они такие пушистые, а ушки у них такие длинные. Один беленький, а второй чуть-чуть серенький. Ой, какие прекрасные птички. Интересно, какие? Кто-нибудь знает, какие это птички? Пишите в комментариях.
какие замечательные зелененькие попугайчики. Ой, чешется, чешется. Попугайчики воробьиные. 2000 рублей. Еще попугайчик. Че ж вы все-то чешетесь? Тоже любопытный. И лягушки здесь есть. И черепашка здесь есть. Вот такая вот лягушка странная. А там черепашка вот такая вот. Кто видит черепашку, ставь лайк. Черепашка красноухая 400 рублей. Лягушка 450 рублей. Так, домики, колодец деревянный. Попробую сама такой сколотить. Еще домик, и такой домик есть. Ой, ладно. Ой, какой классный домик. Вот такой Green Farm. Знаю, с английским у меня не очень. Колодец. Вот такие вот разборные домики. Тут туалетики. Этот домик для кролика. А вот этот, возможно, для морской свинки. Ой, как я люблю это. Так, сколько оно стоит? Ладно, лучше у себя куплю. У нас дешевле. Здесь хомячьих кормов нету, только мышиные. Тут еще вот такие вот вкусняшки есть. Даже для хорьков есть. Круто. Так, кукуруза есть, мел для зубок. Вот, еще хочу показать опилки. Вот такие вот я их покупаю. Это опилки Уют. Вот такой вот пачки. Ну, тут еще рыбки. А если вы знаете, какие это рыбки, то пишите в комментариях. Вот этот аквариум меня просто поразил. Очень классный. Ой, здесь рыбки Немо есть. Классно. Интересные такие. Супер. Господи, что это? А, это актиния. Ой, как она шевелится. Вообще ужас. На червячков похоже. Там у них концы светятся. Ужас. Океаническая актиния. Жизнь никогда не видела. И не подумала, что оно так выглядит.
ну шевелится. А тут мимо рыбки плавают, а вдруг она их съест? Так, сколько она стоит? 5900. Мне еще очень понравились вот такие вот аквариумы. Они электрические. И вот такого вот нового питомца я купила. Угадайте, для кого этот подарок? Вот деньги, вот то, что я хотела купить. Спасибо. Ставьте лайк, всем хома, пока. До встречи в следующем видео.